Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 14 ноября 2022 года, и я участвую в новогодней неделе стартов. Организатор Алена Зелендинова. Меня зовут Василянс Кристина Альбертовна. У меня на YouTube-канале также канал называется Василянс Кристина. И я вяжу игрушки, и не только игрушки, вяжу всю одежду, и шапочки, варежки и тому подобное, носки. Но сейчас я вот решила поучаствовать в новогодней неделе стартов. И нужно, значит, новогодняя неделя стартов длится с 14 ноября по 22 ноября. Понедельник во вторник начинаем вязать две игрушки. Снимаем видео о том, что вяжем и какая пряжа мы с этой пряжи, какую собираемся вязать. И потом в среду 16 ноября до 18 часов нужно выложить. Следующее, значит, 16 по 17 тоже начинаем вязать две игрушки и выкладываем в пятницу о том, что связали. И также с пятницы по субботу вяжем. И окончательное видео получается за две игрушки в воскресенье. А итоги во вторник, до вторника 22 числа уже полностью все выложить. Так что вот такие милейшие создания я недавно связала. Конечно, я в новогоднюю неделю стартов буду вязать вот таких вот милых созданий. Это мини-коты-колобки, как я их назвала. Это мой мастер-класс, но я еще их не выпустила, потому что времени нет. Как раз еще поэкспериментируем. Вот сделала мини-крошика, также мини-кот-колобок. Заяц крошек из смешариков, мультиков. И вот ежик у меня вот такой красивенький. Таких игрушечек у меня еще не было. Это я вот придумала недавно. Вот экспериментировала с такой пряжей. Так что в ближайшее время я сегодня сяду вязать две игрушки и сниму, что я вяжу. Скорее всего, это будет вот такой вот по моему мастер-классу мой милый зайка, только из другой пряжи. Скорее всего, вулкан, семеновская вулкан или семеновская пряжа Алёшка, Алёша, и из нее буду начинать вязать. Так что вот так вот. Все подписывайтесь на девочек. И внизу оставлю ссылки на тех девочек, которые участвуют в этом новогодней неделе стартов. Ставьте лайки мне и подписывайтесь на девочек. И также ставьте лайки девочкам. Так что до следующего подключения. Всем пока-пока.